Джек-дурачок. О, принцесса, я сам езжу на всех лошадях. О, ух ты, я так взволнована. И зачем принцу-всаднику жениться на мне? Ну, ты принцесса? Все эти драгоценности, этот дворец, богатство принадлежит вам, не так ли? А, я просил его не говорить этого. О, как романтично! Итак, моя принцесса, я прошу выйти за меня замуж. Только моя рука? Значит, остальная часть меня может остаться незамужней? Безусловно! Чего? Принцесса, это та часть, где вы говорите «да». Это та часть, где вы слышите мой мелодичный голос, говорящий «нет». Нет, подождите минутку. Нет! О, Хейзл, ты дочь короля. Ты можешь просто сказать, что я твоя дочь, отец. Это так легко запомнить. Ах, я с тобой с ума схожу. Ты должна на ком-то жениться. Ты встретила так много молодых благородных людей. О, отец, я не хочу замуж за того, кто хочет жениться на твоей короне. Я хочу выйти замуж за того, кто хочет жениться на мне. Кто любит меня такой, какая я есть. Кто заставляет меня смеяться. Я устала следовать твоим правилам. Правила брака, выхода в свет, разговора, сидения. Но, как видишь, такая уж участь у принцессы. Это еще не все. Эти благородные люди, которых вы приводите сюда, так претенциозны. Мне нужен кто-то простой и честный, который невинен, как дитя, чистосердечная душа. А главное, кто не стыдится быть собой. Я чувствую себя здесь, как в клетке, отец. Я хочу кого-то смешного, кто заставит меня танцевать. О, тогда мне придется искать для тебя клоуна. А, мистер Данкан, позовите следующего жениха. Смотрите, прошу прощения, ваше высочество, но это все. Принцесса встретила всех благородных женихов. Что? Как такое может быть? Я тоже удивлен, ваше высочество. В конце концов, она встречается с ухажерами всего месяц. А, мне нравится твой юмор, Данкан. К вашим услугам, принцесса. Хотите услышать анекдот? Я довольно забавный человек. Нет. Да, давайте сосредоточимся на главном вопросе. Кого мы пригласим теперь, если все благородные женихи отвергнуты? Боюсь, тогда позиция открыта для всех жителей. О, боже! Чего еще можно ожидать? Ладно, Данкан, пусть прибудут обычные жители. Внимание всем! Поскольку принцесса отвергла всех благородных женихов, настало время жителям прийти во дворец, чтобы попробовать удачу. Обратите внимание, что только образованные и ухоженные мужчины будут допущены к воротам. Завтра принцесса выберет себе мужа. Следующий город, пожалуйста. Ты слышал? Это волшебный момент. Представьте, какое богатство мы получим, если принцесса выберет одного из вас. Оба моих сына образованы и воспитаны никем иным, как мной. Конечно, отец. Образованный, говоришь? Я знаю законы бухгалтерии, как свои 5 пальцев. А я знаю латынь, как я знаю любой другой язык. Я также могу вышивать. Чувствительный и красивый, заметьте. О, конечно. Оба моих сыновей красавцы, вне всяких сомнений. Давайте подготовим вас. К завтрашнему вечеру один из вас точно станет мужем принцессы.
Уй, отвези меня на Луну. А, может, она меня неправильно расслышала. Ну, Луна глупая, это же тоже весело. Ха-ха-ха, вернись. О, мои прекрасные сыновья, идите и плените принцессу. Да, отец, давай, Эрик. Эй, мой костюм. О, я преподам тебе урок за это. О, куда направляются мои братья? Какое-то событие? Рад, что ты заметил. Я выгляжу так, будто одет для чего-то особенного, не так ли? Ха-ха, нет, я спросил, потому что волосы странно уложены. Ха-ха, испачкал мой костюм. Мы очень опаздываем во дворец. О, почему во дворец? Скажи мне. Джек, остань от нас. Мы не хотим пропустить весь день из-за тебя. Нет, сначала скажите. Ладно же, я же ваш брат, или нет? Ей-богу, да, это так. Вот почему тебе нужно отпустить братьев и оставить их завоевать сердце принцессы. Сегодня она выберет себе мужа. Слезай сейчас же. Уф, поехали, Эрик. Прощайте, сыновья мои. О, отец, пожалуйста, отпустите меня. Пожалуйста, пожалуйста. Куда? Завоевать сердце принцессы. Дай завоевать. Это метафора, дурачок. Тебе не обязательно завоевывать ее сердце. Она должна выбрать тебя. Ну так и будет. И разве ты не говоришь всегда, что мне нужно остепениться? Я имел в виду умственно. Пожалуйста, отец, отпусти меня. Ах, прекрасно. Отпусти ноги и иди. Ханс, как ты думаешь, не стоит начать вышивать, когда я войду во дворец? Нет, брат, это твой главный козырь. Не показывай все свои трюки с самого начала. Начни с законов бухгалтерии. Это просто поразит ее. Ю-ху! Привет, братья. О, яблочко, именно то, что мне нужно. Фу, я вижу, ты научился готовить себе обед, брат. Будь здоров. О, ты такой смешной. О, нет, нет, это для моей будущей жены, принцессы. Чего? Чего? Ты едешь во дворец? О, да, конечно, там ведь принцесса, верно? И ты собираешься дать ей это гнилое яблоко? Что ж, невежливо приходить во дворец с пустыми руками. Да, а гнилое яблоко — прекрасный подарок. Ты отлично справляешься. Давай, братишка, не будем опаздывать. Братья, смотрите, что я нашел. А, пожалуйста, пусть это будут его мозги. Ботинок, что ты собираешься с ними делать? Ну, никогда не знаешь, он может мне пригодиться. А, да, принцессе может понадобиться старый рваный башмак. В конце концов, что если она потеряет свои новые туфли? Ты слышала? Я об этом не подумал. Он такой умный. Ну, ненадолго. Я поищу что-нибудь еще. Братья, смотрите, что у меня есть. О, только не это. О, только не это. Смотрите. Фу, держи эту гадость подальше от меня. Грязь, что с тобой? Ну, никогда не знаешь. Она может мне где-то пригодиться. Давай просто пойдем, брат, пока никто не увидел нас с ним. О, давай соревноваться. Ю-ху! Боже мой, посмотри на это. Эй, стой. Что, не видишь, я образован. А-а, у тебя ботинки в грязи. Иди отсюда, следующий. А-а-а, 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 а-а-а.
Отлично! А теперь скажи мне, почему ты считаешь, что подходишь для этого брака? Я мужчина, а ты женщина. А, слава богу, ты все объяснил. Я уж думала отрастить бороду. Ну что, это все? Ты же не хочешь богатства, верно? О, ну что такое король без богатства? Я имею в виду, что твой отец когда-нибудь умрет, верно? Чего? Уходи немедленно. О, нет. Отец, разве ты не хочешь знать, что я чувствую? Да, конечно. Что ты к нему чувствуешь? Нет. Нет. Что? Нет, это необходимо. Каждый, кто отвергнут, будет брошен в реку. Следующий мастер – Ханс Хемингуэй. Среди многих других талантов он еще и латинист. Хорошо. Тогда спой мне стихотворение на латыни. Ну... Я, конечно, не такой знаток латыни, как мастер Ханс. Но, полагаю, это не латынь, не так ли? Ты можешь говорить хоть на каком-то языке? Как романтично! Стража! Следующий! Нет! У меня брак с Ириам Нинго! Что он сказал? Это был стих? Принцесса! Он сказал, что намочит штаны! Фу! Немедленно сбросьте его! Нет! Мои волосы! Мой костюм! Нет! Мне скучно. Можно мне прогуляться? О, нет, дорогая. Очередь из мужчин такая длинная. Следующий мастер Эрик Хемингуэй. Он брат мастера Ханса Хемингуэя и специалист по бухгалтерии. Законы! Законы бухгалтерии! Важно сохранить наши ведомости. Что? Мне уже скучно. Следующий. Подождите, я не умею плавать, но я умею шить. Дайте, я покажу. Дайте мне хотя бы пояс. Я утону. Замолчи, там совсем не глубоко. О, погоди, ахах, подожди, глупая коза. Ю-ху. О, привет, братец. Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен был? Джек, помоги мне. Что здесь происходит? Стража, ловите их. О, прости, брат, надо идти. Подожди, Джек, нет. Стража, держите их. Стража, нет. Ты кто? О, привет, я Джек. На тебе такое красивое платье. И кто его сшил? Не хотите потанцевать, миледи? О, безусловно. О, мне так весело. Это здорово. Ей-богу, кто ты? Немедленно убирайся из дворца. Нет, подождите, отец. Мне нужно тебе кое-что сказать. Я приняла решение. Я выйду за него замуж. Да. Нет, ты прекрасна. Но я здесь, чтобы увидеть принцессу. Мне так жаль. Оглянись вокруг. За кого ты меня принимаешь? О, ты есть принцесса? Я влюбился в принцессу. Бывает же такое. Да, бывает же такое. О, я об этом пожалею. Ну, министры, готовьтесь к свадьбе. Моя дочь наконец-то выбрала себе мужа. Видишь, это Ханс? Бывает же такое. Да уж, не верится, братец. Мы всегда считали Джека дураком. Но это так или не так? Он может быть для нас дураком. Но это не значит, что он дурак для всех. Все смотрят на нас по-разному.
Это называется восприятием, братец. Джек никогда не стыдился быть самим собой. На самом деле он любил себя. Говорю тебе, как лучше всего. Когда мы любим себя, мы учимся жить. Давай вылезать из воды, я простужусь.